Відкрита трибуна. Студентам підвищили стипендію на 18%. Тепер вона складає 1660 гривень. Якою має бути ця сума, на вашу думку? Мені здається, це вполне достатньо, якщо живе в общежитті, то на мінімальні нужди студента, я думаю, цього достатньо. Отже, я повернусь знову до Верховної Ради, хай вона проживе на цю стипендію, який зараз прожиточний мінімум, який стоїть кошик звичайного громадянина України. Хай вони посчитають. Я теж сама була студентка, я отримала стипендію повищену, у мене було 1300. Ну, як би, з рахунком того, що мені допомагали батьки, на ці гроші, в принципі, можна було вижити, але хотілося б, теж я якби ходила на підробітки постійно, тобто цих грошей не вистачало. Ну, 1600 – це, в принципі, как бы, уже лучше, но если бы стипендия была как минимальная зарплата, было бы просто идеально вообще. 1010, может быть, все-таки хватит, чтобы не думать ни о каких неприятностях, не экономить. Ну, если просто учиться и ничем другим не заниматься, то 1010. 1600 гривень – це насправді десь близько 60-70 доларів. Ну, навіть на їжу не може не вистачити. Ні, насправді, ну, я не знаю, тільки, можливо, на їжу. Але вони вже не зможуть платити за своє житло. Ось так. Тобто вони повинні працювати для того, щоб підтримувати себе або отримувати від батьків. Ну, я думаю, так як у нас національний курс прив'язаний напряму к курсу долара, должен получать 1600 доларів. Було б отлично. Это смотря какие запросы, чтобы комфортно себя чувствовать, я думаю, это мало, но сумму мне назвать это сложно. Мне кажется, немножко, и хорошо, немножко надо больше, потому что самое элементарное, я имею внука, тоже студента, знаю с девочкой даже сходить куда-то, какое-то кино, это тоже выходит кругом-бегом гривен 500, а остальное на проживание, ну я считаю, это мало. Это очень маленькая стипендия. То есть элементарно студенту этих денег не хватает. Элементарно посчитать деньги на маршрутку, которые уходят, на доезд, на что-то перекусить. Плюс посмотреть цены в тех же магазинах быстрого питания. Из этих 1000 гривен на еду элементарно студенту остается только на мивину. Если скромно студенты жили, ну, не жировали, так сказать, им этой стипендии хватало. А если еще родители помогали каким-то там продуктами, деньгами, то они могли себе и вещи покупать, и пойти куда-то погулять. Это было давным-давно, ну, когда была стипендия 40 рублей. Поэтому я даже не знаю, сколько должен получать стипендию студент, чтобы как-то комфортно себя чувствовать. Открыта трибуна.